в этом коротком видео я хотел поделиться одной интересной методикой, как можно запоминать новые слова. Ее суть заключается в том, что мы составляем предложение, используя данное слово. Например, нам требуется запомнить слово swimming pool, бассейн. Мы составляем предложение. Чем больше мы составим, тем лучше. И можно использовать разные времена глаголов. Например, здесь у нас present continuous, это настоящее продолженное время, и present simple, простое настоящее время. I'm going to the swimming pool now. Сейчас я еду в бассейн. Every day I go to the swimming pool. Каждый день я езжу в бассейн. Чем больше мы составим предложение, тем лучше. Чем больше форм глагола мы используем, тем лучше.